Это вот мы шли, сейчас видели французскую, как это называется, кирху, капеллу, церковь, в общем, что-то религиозное, костел, да, тоже придумайте еще что-нибудь. Два дома проходим и видим вот это. Я так понимаю, это самая королева, да? А это недавно, да, появилось? Видишь, сколько в Питер не езди, а все равно что-то новое, потрясающее для себя откроешь.